Делегация Самарской области возвращается из Москвы. Каждый из участников национального чемпионата «Обилимпикс», несмотря на трудности со здоровьем, доказывает, инвалидность активной жизни не помеха. Анастасия Тороп заняла первое место в номинации «Ландшафтный дизайн». Признается, было нелегко. Я одна среди мальчиков была. Да, для вас, ну так, мне было сложно, ведь я волновалась сначала, а потом я собралась прям, собралась в эту секунду, поверила в себя, я смогу, я это сделаю. На чемпионате «Обилимпикс» Самарскую область представляли 33 человека. Всего в соревнованиях приняли участие почти 2000 человек. Чемпионат по профмастерству проводили в 62 компетенциях – от токарных работ до издательского дела. В копилке сборной Самарской области 12 медалей. Такого количества медалей на этом конкурсе мы еще не завоевывали. И это позволило нам с 10 места в прошлом году, подчеркиваю, среди 84 регионов, подняться на 8 место в этом году. Поэтому поездка очень результативная. В этом году в Москву приехали представители 84 регионов. Их оценивали 500 экспертов. Задача чемпионата «Обилимпикс» – совершенствование знаний, создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году появились новые отраслевые направления. Впервые на чемпионате показали, как можно организовать занятость людей с сильнейшими нарушениями. Те, кто нуждаются в уходе, будут иметь возможность реабилитироваться за счет работы. Лариса Шлафаст, «События».